Люблю грыця молоття. Привет. Привет. Яша. Что у меня уже Яся хвасталась? Я сам Велка играла. Ой, господи, я ее нечаянно добавил. Успокойся. Ой, ну прощи, что ты не бачив, что я не понял, я думал, какая-то, смотрю, написано, сколько это дней назад играли. Почему ты так написала? И я такой, а я смотрю, не пойму, какая-то Ярославна. Думаю, че, блядь, девочка какой-то новая играла. И добавил, блядь, бачу, сидит, ой, ёпта мать. Ну, она довольна, кажи. Класс, играл. Слышишь, а что ты у дитей? Ты что, так плохо тебе чешешь? Холодно. На балконе был. Я думала, че отопление нема, чешу. Боже, ну чому вона мене так бісить? Не знаю. Що ти людей бісиш? Ходиш. Ой, мамо, люблю гриця, гриця на коні. А ти ж знаєте, чи я вас бісю? А тому що ви люблю м'ясо. А перетерли все, да. Уже все перетерли. Щастя зіграла з Самвелом, господи. Ну і що? Ну вона довольна. Вона зараз така хороша стала. Ага, конечно. Ну, что человеку надо давать шанс, Самвел. Зыкина говорила, что никогда не прощаю. Ну, я тоже не прощаю, но я уже такого, как раньше, не буду. Я уже с подозрением. Честно говоря, я вообще понял в ТикТоке, что надо так ко всем относиться с подозрением. Да, ты прав. 4 раза. Что там мамка? Ну, нафиг давать шанс тоже, я Георгий, считаю, что херня. 4 раза. Что там дивилась? Если только... Что я дивилась, мам, Надька там под меня косит. По стрижке. А ну давай, давай сюда, 4 розы. Надя, Алка сказала, что ты под нее косишь. А ну, Надя, иди покажись, ты что, под меня косишь? А ну покажи, 4 розы. Зыкина не пример для подражания, ну не знаю. 4 розы. Что там, Алочка, привет. И шо, привет, под меня косишь? Ля, прическа тоже такая. Я ж не красная, я как покрашусь и красная, то да. Так, а ты покрасься у красной, о, прикол будет. Хорошо. Для прикола, для Галки. Ага. Еще одну розу. Надька. Ребята, их стриж 60 секунд. Гарик косы подал. Так я уже купила 2 краски. Буду красить. Я еще думаю, в какую цучицу. Сейчас смотрю. Нет, там пишут. Да ты под Гарика косишь. А он что, тоже красный? Да. Я его никогда не дивлюсь. Прости, Гарик. Таня, спасибо. Я просто тебя слышала. 5 секунд, 3, ребята. Нажмите 3 лайка. Я всегда тебя слушала в клининге, в наушниках. Там Гарика я не видела. X3. Надо зайти хоть подивиться, он мне колись числа на, чи динозавра подарил, что-то такое хорошее. Гарик, да? Не помню, что-то такое велике. Спасибо. А знаете, если вас человек бесит, я вам скажу, что это значит. Это значит, что у вас есть такие качества, которые вы не можете выплеснуть наружу, а в других людях вас это бесит. Вот, я читала. Значит, вы закрыты. Я читал, что если человеке что-то раздражает, то это есть тебе, и ты этого, тебе это не нравится. Тебе, себе. И не нравится, и ты это скрываешь от других людей. Ну, то есть... ну скрываешь или нет, то тебя бесит в людях то, что бесит в себе. Да. Не знаю, правда, неправда. А вы бы согласились платить 50 на 50 с мужчиной? Да, у меня был бы фринт, мы платили с ним 50 на 50. Согласилась бы. Я вообще считаю, что если даже у меня будет мужчина, мне от него ничего не надо, кроме любви. Я сама заработаю. Не всегда. Не, ну если он, конечно, мне будет дарить подарочки, то я буду рада. Ну, это, конечно, мужчина должен дарить подарки какие-то, цветы, там, колечки. А женщина должна дарить подарки? Да, и женщина должна друг другу, если любят люди, они должны друг другу дарить подарки. Но я не хочу мне найти... Мне кажется, когда любят, то никто ничего не надо дарить. Вообще. Я тоже так, ну вот ты прав. Взаимная любовь, люди любят друг друга, это насрали на тебя. И без подарков люди любят. Если я полюблю человека, мне не надо от него ни подарки, ничего. Он мне нужен сам, как человек. Да, надо, ребята, палочки, браслетики для рейтинга обновить не, надо. Ну, не, ну понятно, если он, я не буду его содержать. Если он здоровый. Главное, любовь, я тоже так считаю, что все это ерунда. Да. Перестроиться. Нет, ну я не буду, если я люблю, если он будет лежать на диване. Представляю, если я мужу цветы буду дарить. Ну не цветы, можно там, я не знаю. Ну, это такое, мне кажется, это ерунда, подарки. Написано, боже, гля, опять слухают. Так, а ну просыпаемся, все.
Да, надо внимание просто. Пусть подарили TikTok Universal, не мне. Трусы, например, да. Ну я ж там бы ударила подарок, просто так. От любви. Равнодачный. Но я думаю, это не последний мой подарок. Я еще что-нибудь ему подарила. Может, не надо? Я скинула нечаянно. Я люблю жадного до мозга костей. Тут, ну, тюну его. Не знаю, мне кажется, все это ерунда. Когда человек любит, то значит жадного, значит он вас не любит. Потому что когда любит даже жадный, он все свое отдаст вам. Да. Когда любишь, все отдашь. Он все отдаст. Это чувство. Вот вспомните вы, когда любили, вот со всей душой, вы любили в жизни? Вот меня, я не например, верю, я что... Все отдам, если я люблю. Даже самый жадный делается щедрым. Вот вспомните себя, когда вы любите человека. Вы все отдадите до последнего. И будете ухаживать, даже если он станет инвалидом. И будете за ним ухаживать и любить. Ну, много я отдаст человеку. Да, тапаем все. 300. Это правда, он меня не любил. Значит, не любят. Ну да, значит, не любил. Есть многие просто не потому, что вы плохая, он вас не любил, а потому, что они способны любить. Да. Если вас не любят, это не потому, что вы плохая. Может быть, другой человек, который вас полюбит. Есть люди, просто не дано любить, они не могут отдавать. Не могут тут, ну не способны. Чёрт, любовь. Ну вот у меня папа жадноватый, он такой прижимистый на деньги, ты что, он под подушкой хранит. Но маме моей он никогда ничего не жалеет. Ссылка, это наберите в ТикТоке перчатка 888, даже на русском языке. Оно будет написано в этом в Инстаграм. Перчатка 888 на английском языке или на русском наберите. И оно выпадет на английском. Вот это он есть. В Инстаграм. Что, ты полегче тебе уже со мной? А сегодня очень плохо было с утра. Ой, боже, а я включала, дивилась. Завтра спектакль. Ехать домой с 5 утра, пиздячий. Всем роз, ребятки. Всем роз. Розы. Подарки, ерунда, поэтому Колян по квартиру получил квартиру, машину. Блять, и нахуй. Блок. 7 роз, девочки, 7 блок роз. Блок за правду, блок. Блок за правду. Блок, як вона? Вона за правду всіх банок. На правду у блок. Ще одну, ну, спасибо. Дай мій бафомет. Тільки шабу вже нема. 4 роки. До свидания. Ну а что? 37 секунд X3, ребята. X3. Тут диктатура. Да, анархия. Правда тут никому не надо. Правда была в Советском Союзе газета. 5 копеек стоила, жопу вытирала. И все, и главное, пишут били кружочки, хуйню всякую. Ребята, X3, 17 секунд. X3. Танюк, спасибо, дорогой. У нас X3. Самвел, ну мужчины тоже так же, мне кажется. Если он полюбит, то все отдаст по-настоящему, да? Ну, смотря какое. Многое, да? Я думаю, не всегда. Но если любит, да. Если не любит, нет. Вот настолько любит, настолько и готов отдать. Если любит на 1000000%, вот на 1000000 и отдаст. Если любит на 3%, то и отдаст на 3%. Ну, говорят, тут мужская любовь, она так это, вот она больше материальная, что если он любит, он... Не знаю. Отдает. Ну, так... Да не другие, отдают все. Правда, ну да, насколько любишь, настолько ты любишь, насколько ты отдаешь. Вика, это вид расстройства, смотрите, свет в литературе. Так. Мой муж, когда едет домой, подводит тут цветы, то шоколад, короче, с пустыми руками домой не приходит. Молодец, значит, такой заботливый. Это еще забота, проявление заботы, вот. Какого-то мелких радостей. Ну, мне, допустим, ничего бы не надо было. Я бы меня любил, и я люблю. Да мне тоже так. Если лишь бы меня любили. Люблю. Гроши. Гроши, я тоже гроши люблю. Гроши. Я больше всего люблю гроши. Мне если бы сказала... Не, если бы мне вы сказали, будешь очень богатая, или до конца жизни у тебя будет человек, которого ты будешь очень любить, и он будет любить тебя. Это, наверное, выбрал человека. Я... Пусть я заработаю деньги себе на жизнь. А если скажут, что не будет денег, будешь вечно нищая, не доедать, но любить.
Если лища не доедать, не знаю, Самвел, тогда еще подумаю. Не доедать нет. Наверное, все-таки я выберу комфортную жизнь. Я не буду счастлива, если я буду некомфортной. Смотри, ты переспишь с мужчиной за $1 миллион? Ну, смотря с каким. Смотри, если он не будет... Ну, с любым. Ну, если он покажет справку, что не болеет, да, с любым. Ну, нет, ну, предохраняться, господи. Если я точно знаю, что я ничем не заражусь, с любым пересплю за $1 миллион. А если ты на утро умрешь? Нет. Значит, ты дороже стоишь, чем $1 миллион, видишь? Да. Если ничего, и опять же, если у него будут какие-то болезни... Значит, $1 миллион для тебя ничего, видишь, не значит, в последней жизни. Смотри, если он будет даже чем-то болеть, даже трипером, за $1 миллион не пересплю. Даже я знаю, что я трипер вылечу. А трипер лечится 2 таблетки и все. А если последствия? Никакие. А хер его знал. Дурно, за $1 миллион вылечишь. Ну, СПИД точно или сифилис нет? Ой, сифилис вообще со СПИДом, извини, ну СПИД это же не СПИД, а ВИЧ. С ним ВИЧ... живут люди всю жизнь. Нет. Ну, может, таблетку ты все подумаю. Пьют. ВИЧ, СПИД, нет. Не с ней гепатит. Таблетка в день, и люди живут прекрасно. Не надо мини-миллион. Я лучше буду жить здоровая. Ты что, боже упаси. Баранок він помре, постигал. Нет, честно, если здоровый, с любым пересплю. Да, конечно. $1 миллион. Слышишь, так я потерплю... Не, ну если він не буде мені сильно больно делать, то я могу даже изобразить страсть, а может где-то даже и не изобразить. Ну, для меня там нравится. Я имею в виду всяких извращений, там, отрезание сосков и такое. Фу, блядь. Или, ну, так. А за $1 миллион, мне кажется, любая, и ты переспал. Конечно. Даже если бы он был грязный, я бы его вылизала нахер. Если бы он не болел ничем, точно справку предоставил, там, достоверную. Так, за секунду такая я была счастливая с деньгами, представь. Во загнула. Шесть роз. Я бы за 100 000 пересекла. Можно подумать. Мне, во-первых, никто не предложит такие деньги. Вот именно, кто даст тебе, блядь, такие деньги? А если бы ты влюбился в человека, а он тебя не хочет, допустим? Ну, молодая девушка, 18 лет, а ты вот влюбился в силу... X3, ребята, нажмите 3 лайка, пожалуйста, ребята. И ты знаешь, что можно купить, а ты богатый. Сколько бы ты заплатил этой девушке, чтобы она с тобой отдалась тебе? Сколько бы ты не пожалел? Сколько я заплатил бы переспать с тем, с кем да, хочу. Да, она юная роза, но она говорит, вот ты старый, отвали от меня, ну, я не хочу. Ну, ты знаешь, что любого человека можно купить. Сколько бы ты вот ему дал бы за это? Ну, не знаю. Ну, сколько? Ну, смотря как бы я хотел. Ну, сильно хотел, прямо аж ночами не спал, мучился. И ты думаешь, если я сейчас пересплю, я подарю ей блаженство, она будет моя. Ну, а смысл спать с тем, кто с тобой не хочет? Ну, вот ты сильно хочешь. Георгий, спасибо, дорогой. Экстрим. Ой, если прям вот хотел и не мог бы жить без этого, ну не знаю, там $50 000 бы, да. Она пошла, наверное. Не знаю. Но если бы сильно хотел. А если нету? $300 выхватит. Ну какое удовольствие, знать, что тебя не хотят за деньги. Ну да, я тоже не знаю, можно, вот, я бы, наверное, тоже не смогла. А хотя, если вдруг я буду богатая старушка покупать, а хер его знаю, а может? Ну да, какое удовольствие от этого, тебя не хотят, и ты понимаешь, что деньги положили в карманы и давай. У меня такого не было, мне как бы все хотели, кто со мной шел, но так, я не знаю, как это. Бред, так это. Да захотела бы она за 50 000, ага. А ты Ваську купила? Вот если была богатой бабой. И он там, знаешь, он на бабки поведет. Если бы я была богатая, он бы сам. Мадонна всю жизнь мальчиков танцоров покупает. Ну, мне кажется, в Мадонне там и без денег полезет. Я думаю, если бы я была богатая, он чтобы был там и сам бы. Протянула немножко в коллективе, чтобы быть. Мне кажется, там с Мадонной лизут сами. Эту Мадонну, блядь. Как мухное дерьмо, блядь. Прости, господи, лизать на ту Мадонну. Идеи. А за парня?
За парня сколько там очередь стоит? А за парня бы дав 100 тысяч. Я? Ага. $300 хват. А ты когда-нибудь платил деньги, чтобы тебе сделали мужнет? Нет. Интересно, как это за деньги? Вот ты заплатил, и человеку подставляешь свои снайп. Бери. А кто-нибудь платил деньги у меня в чате за то, чтобы вам делали оральный этот? Конечно. Акушер, молодой и красивый бойфренд. А что, ну я думаю, этих богатых теток у них не, ну, может, они... Спасибо вам огромное. Георгий перчатку получил. Спасибо, Георгий. Понимаешь, если женщина богатая, она по-любому она интересная, харизматичная. А может, и правда молодые в них влюбляются? Ну, я так думаю. Как ты думаешь? Может, ну, такой, как Мадонна, так влюбляются. И есть фанаты, есть просто те, которые присмыкающиеся вокруг. Она харизматичная, она очень... Это ты что... Если такие женщины, они очень харизматичные, я думаю, что на самом деле в них мужчины влюбляются. Во-первых, мужчина не может спать с женщиной, если он не хочет, у него ж не встанет. Шо-шо? Не встанет на ней. На кого? Ну, если он не хочет женщину, у него не встанет. Чего не встанет? А может, о чем-то другом? Дурная. На любую пипиську встанет. Мне не встанет, когда я скажу. На гроші встав. Я сам вила губки поета, повлажненьки стала. Таке, не встану. А як же мужики продаються, якщо от ці проститути? Як у них стоїть? Мені кажеться, мужчин просто, вони можуть відключити мозг і включити. Ми тема, да. Четыре розы, ребята. Деньги, главное, вас будет. Четыре розы, розы, розы. Четыре розы. Экстры, ребята, сейчас будем. Такие медикаменты, просто так. Медикаменты. Я кажу, что эти порнозвезды, они себе в писюн что-то колят, чтобы стоял. Ужас. Экстры, ребята, 45 секунд. Экстры, экстры. Жалко, что нету этого, вот того моего любимого порноактера в ТикТоке. Ну, видно, так хорошо зарабатывает. Алексей Маэт. Данек, спасибо. Ну, знаешь, надивився, Алексей Маэт, у него 9 порноактеров. 9 порноактеров. Я на него в Инстаграме подписана. Маркус Дюпуа у него кличка. Да, заплатила, ты милый пошел. Экстри, экстри, экстри. X3, ребята, 12 секунд. Ребята, нажмите лайки. X3, девочки, ну. Ой, ужас. 450. Самый ловить на этом и на тикусе. Георгий, спасибо. На какую еще интеллектуальную тему поговорим? Дикое произвращение. А что, Гарик, скорее пошли уже? Не. На балконе? Кто была ночью? Да. Я понял. Сама, я квартиру купил уже с ремонтом, зашел и живу, да? Вот эту? Да. Это не я купила, Коля. А, Коля, ну купил все полностью это, да? С ремонтом совсем, да. И с мебелью уже, чего сами мебели. Да, да. Как вы раскрутили канал? Через постель. Тряпку так взяла, к тряпку раскручивать. Так. Ну, я честно скажу, ладно, я признаюсь, я приехала в Днепропетровск и сделала Самвелу три мурнета. Ой, раскрутил вот так. Взял. $300. Телепать, раз, два, три, четыре. За 500 максимум. Начинаю телепать. Я что, я рассказываю анекдот про оперного певца? Я как-то... Кто-то до нас пришел. Я в шоке. Вот так, блядь, иди. Ага, юмор. Может, посылка пришла. А сейчас и распаковку сделаем. Я заказала ж Яське подарок. СБУ постучала. Полиция пришла. Мурнет за закачку. На мурнет пришли. А, рекламная пауза.
така. Станка пропала, да? На улицу вышла. Посылка с Амазона. Сейчас покажем. О, я знаю, что я заказала. Сейчас будет прикол. Сейчас посмотрите. Так, Яське уже подарок. Сейчас открою. Подожди. Хорошо, написано, что пришло, придет в это. Tuesday. А сегодня Monday. Класс. Сейчас я вам покажу, что. Видите, распаковка. Подарок я Синди, но он закрытый. Я не буду его открывать. На день гляяке. Я представляю, что там, а то. На телефоне управляется Самвел. Ёб твою мать. Да, управляется телефоном. Можно его приспобачить и управлять. А ты отправь это самое. О, блядь. Сам. Я вместо батла тебя отключила, блядь. Кого отправить? Думаю, вообще вылетела, блядь. Пользоваться уже. Так, слышишь? Это, ты можешь это самое, программу оставить у себя, чтобы ты управляла. Через Bluetooth лайка красиво. $60 стоит. И смотрите, что еще. Самвел, сейчас охереешь. На-на-на-на-на-на-на. Я, насмотревшись секс-блогеров, решила себе тоже такое купить. Сейчас. А может, по зайчикам? О, боже мой. Я просто хотела примерить зеленый цвет. Идет мне? Мне кажется, красиво. Красиво. Бля, класс. Боже, мне зеленый идет, глянь. Витя Борис. Ах ты моя самвелиточка, ах ты бедная моя самвелиточка. Ну посмотри, какая я вся улиточка. Мне кажется, и прикольный цвет, нет? Да, 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 4 розы. Вот тебе такая стрижка, правда, нужна, вот написали. Ребятки, 4 розы, пожалуйста. Сделаем. Мне вообще все идут стрижки. Спасибо. Девочки, как? Напишите. Класс. X3. Так, еще это не все. Еще один. Ребята, X3, 45 секунд, ребята. X3. Все на 3 умножается, ребятки. Цвет лица стал желтый. Работай, нехуй. Санек, спасибо. Она болеет, не знаю. Да. Дотя, глянь. Прям перед вами. Это Мальвина, блядь. Шпак сказал, что это у него эротическая фантазия. Я с ним тоже играю. Он сказал, хочет Мальвину меня. С детства. Девочки, зеленый лучше, гля. Бура-буратино, где моя Мальвина? Не, зеленым хорошо было, да. Прикольно. Класс, я не прогадала. Да что так в морду лиза, гля? И сколько там цветов? Я 2 купила цвета. А-а-а. Я купила 2. Мне зеленый, да, больше нравится. Как я скучно живу. Да, Саша Перукаря. Тебе надо до Саши Перукаря послать. У нас в Киеве парень работает. Уже я на туда не одела. Хорошо. Стороной, подожди. А, на той стороной одела. Челка. Вот, челка. Ну, вот зеленый свежий, да, такой? Слышишь, а их можно расчесывать же ж вообще, да? Ну, они вылезут. Они полазят. Зеленый, кажется, интереснее, да? Свеженький такой. Зеленый бомба.
Які з водорослі влізли. Русалочка на пенсії. Ай. А, тут слышиш, Самвел, гляшу тут. Ой, блядь, тут ще як ото шлем мотоциклетний застегується. Блядь, як ото шлем ті. Я в шокі. Застежка, блядь. Мавка, да. Як в люльки, блядь, їздить мотоцикли. Урсула фон дер Ляйен. Молодец. Як дочка, дочка. Вообще то сзади застегивается. Да? Ну, парик же застегивается, конечно, у меня же парики. Она не хочет даже. Она не любит мой, как я стрим веду, не любит. Застежка назад. Назад? О, боже. Ну да, ну сзади там застегивается. Так. Надо его дружки чи причеснуть, что он такой. Совсем за это. Так, ты на Хэллоуин готова. Класс. А не, мне нравится, спасибо. Укладку сделать. А на парике можно разве укладку делать? Ты свои покрась, отрасти вот так. Зеленым? Алиса, если играли 5-0, мы выиграли, ребятки. Может, это зад, а теперь вот. Там посмотри по этому. Попереду, оно видно. Сзади такая штучка будет. Оце зад. Ну да, 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 да. Вот вперед ты держишь руками. Ну ты возьми вот так на руку его одень. О, да. Челка якась это. Надо на юхе надо показать, сказать на юхе. Он дешевый, да, поэтому такой гомняный. Дешевый, да, я ж накупляю, как у Васи. Я покупал то ли 5 тысяч, или что такое. Нет, он стоит... 2 за 5, я не помню. Короче, он стоит $22. Вот. Только. Что, прикольно будет менять иногда. Волосы вообще дорогие, парик, очень дорогой из волос. Конечно. Я как посмотрю, 30 тысяч, 20 чем-то тысяч. Тут еще вот якісь. Это вообще дешевая синтетика, да есть хороший Китай. Это как именно. Вот этот подороже, вот это $30, а тут 25. Он такой как блестящий. Спасибо за розы, ребятки, спасибо, П, спасибо, Асенька, спасибо. Он в хорошей этой лежит. Так, 6, 4 розы, 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 розы. Для стримов нормально, ну да. Розы, еще маленько дякую. Я тоже думаю, что одноразовые герои на Хэллоуин или на какой-то такой, знаете. Одеть раз и выкинуть. Нормально, пойдет, для стримов не пойдет. Розы, розы, розы. Еще для одну стрима. Розу, плиз. Да ё-моё, сережки падают. Еще одну. О, спасибо. Так, мочим его, давай газ и мочим Самвелку. Ребята, 50 секунд X3 у нас. На утренники мусор, конечно. О, бля, какая дама. Молодняк, да, да, тут такая хуйня. Девочки по 14 лет покупают. Ну и шо? Нет, для стримов. Ну понятно, что я на улице такое не буду носить в обычный день. Алка в хитром лысе играет. Я думаю, она бы сыграла с удовольствием. Да, я бы сыграла, я бы даже спела. Постаралась бы что-то. Ты два слова. И, кстати, кушать подано. Владка, спасибо большое. Спасибо, Георгий. Калинка, малинка. Да, прямая челка. Да воно лизе мне в глаза. Як у куклы, блядь. Странно, он как-то сидит на тебе, вообще непонятно.
Да я сейчас после стрима его трошки чаю, знаешь, можу его поставить куда-то на банку, чтоб він расправився. Нет. Это точно не зад напереди, вот это у тебя. Бывает такой короткий зад. Одень назад, одень. Да, то короткий зад. Я смотрю, что-то не то, блядь. Странно сидит, блядь. Я же и то понимаю, блядь. Я же говорю, сзади бывает такая зад. Да, блядь. А ну задом там повернись. Вот, да, это был зад. Я же смотрю, ну профи, конечно, штят и работают. О, да, Леня, качелка красивая. Каже, Юра завтра упадет. Ну да, надо ему... Вижу, что-то не то. Он неправильно рост там стоит по направляющей. Ага. Я задом наперед. Она подняла, показала вот эту штуку, перемычку. Это сзади должно быть. Такое, что я говорю, там такая штука будет. А, да. Нехай. Это что-то такие, вот эти, как для... Поэтому у нее застежка спереди была как застежка. О. Снайп! Боже, 100 очков, дивляться. Поставься брат. Можно так и в это, и в супермаркет сходить. Аська хоть той стороной стала. Георгий еще одну перчатку получил. Там с ручкой. С ручкой должен ставить. Так, все, прекращаем сидеть, жевать сопли. Ребята, нажмите 3 лайка. Мы должны выиграть этого мужчину. Этого красивого мужчину должны выиграть. У меня 2 времени, как сегодня пишет. Какого цвета? Не знаю. А какого цвета то, что это Яси купила? Я не знаю. А что, ты не выбирала, не дивилась? Я забыла. Не, и мне все равно какого цвета. Я забыла, какой цвет. Можно посмотреть? Я сейчас гляну. Я здесь. Я сейчас гляну это. Что вы говорите? Чтоб ты таблетки. А, заберу, да. Покажи Надюхе мою новую прическу. Надя. Спасение, Господи. Дивись, мам, це та Алла, що хотіла машину, щоб я купив. Що ти скажеш? Данжел, купи машину мені. Машину хочеш? Машину хочу. Ти купив, да. Багато ти хочеш, дорогенька. Багато. І от таких, як ти знаєш, скільки. А я така одна, я його люблю. Вона каже, що вона така одна, вона мене любить. Так, звісно, одна. Я ти повіриш, що це одна. Я ви з кінця пишуть, влюблені, женись на мені, одна ти. Ага. Ага. Так би я і сказала. Так я його люблю. Зіва. Вона одна, так. Так я й повірила. Розі. Бачиш, яка мама? Не вірила. Мама не пусте, брат. Я вам достала чисто. Начало мамі. Бачиш, яка мама в тебе? Не пусте, каже нікого. Не путня? Не пусте нікого. А, не пусте, правильно. Якщо кого вибере, яке я маю право казати ні. Він скільки сам жив. А якщо я її вибираю? Її, ну а що мені робити? Приходиться підкорятися. Мамі, що ж мені робити? Що мені робити? Вибор за ним, не за мною. Ой, блин. Якщо б хотів, уже б давно. 45 секунд екстрім. У нас екстрім, пожалуйста, їбе. Дайте що-нібудь, при мамі не буде матюкатися. Вона не чує все. Як ти казав, мама, ти з ним сошлась, а він... Який Костя? Чи що вона казала? Спасибо, Ліпсіна. А, ти б сошлась з отцом? Чи щось ти спросила, вона каже, який Костя? Алік, спасибо. Х3, Х3 у нас, їбаніть що-нібудь. Алік, спасибо. Х3. Ні, теперік буде. Это Гарик, мы уезжаем. Привет, Гарик. Я уезжаю, Гарик остается. А тут что, у нас прическа похожа? С Гариком уезжаем. Все, ребят. Чтобы по пятницам было. Я уезжаю. Если он уедет с Гариком, вы больше его не встретите. Он такой маленький поворот. Я маленький поворот. А как эта песенка? Говорят, он маленького роста. Одет он очень говорят, одет он слишком просто. Да, просто. А он мне нравится, нравится, нравится.
для меня на свете лучше друга нет. Это... А он мне нравится, нравится. И это все, что я могу сказать в ответ. Посередине там такая песня нравится. Ага. Это вчера мне так понравилось. Гарри говорит, у него вещи там 50 тысяч. Это... А Кэрри говорит, нет, ну я люблю, чтобы у меня немного было, чтобы одна-две, ну дорогие. У Гаррика 50, говорит, ну у Гаррика много. Я люблю, чтобы одна-две, ну дорогие. Блядь, у него 50 тысяч. Все, тапаемся. Гарик, я сказал. А мы его в пизду. Да? Чего? Что кому не нравится. Да. Приезжайте. Может стать приоритетом. У нас прическа с Гариком похожа. Мама и на Яську была согласна. Это вообще... Какой сосина? Шерша чего? Какого человека легче перестрибнуть через то, чем обійти вокруг? Та чого, вона не така вже, що ти теж. Така, ну товста дуже. Перепригнути легше. Мама, я скоро приїду, мама, я скоро приїду. Алла, Алла вам говорить, що вона скоро приїде. Мама, я скоро приїду. Давай, давай, приїжджай. Пізди, отхватить. Пізди, получиш і поїдеш. Краще волоси, це вона? Так, це вона. Краще волоси, так? Я люблю вашого сина, я прошу у него руку і серце. Вона такі волосся не признає, сказав. Ну я сині надіну. Я маму до тебе відправлю, а лучше я до тебе маму відправлю з Надій. Нехай приїжджає. Контент тобі обезпечений. Ой, я не могу. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, что провидали. И это все, что я хочу сказать в ответ. Вот эти, да. Кстати. Коля, пользуйся этими. Вообще такие очень классные вот эти, да. Угу. На скрин давайте, скрин, ребят. Называется «Парадис». Никому свои духи на скрин не видно. А мне очень нравится, между прочим, вот эти, что я подарил. Сейчас я покажу. Очень классные. Обалденные. Вот эти вот. Эти тоже классные. Обалденные. Чем мне вот эти нравятся? Вот какие, понимаю. Эти тоже классные. Вот эти вот. Мужские, да. Вот эти еще хорошие. Ну и сладковатые люблю. Свои показать? Вот что я покупал, Коля. Нет. А это яка фирма? Делокс Тициана Теренци, короче. Вот это дарил этот Назар. Тоже хорошие. Назар дарил вот эти вот. Так, все, ложитесь отдыхать. Кирки, да. Ну, не кирки, а нет, такое, кирки. Что тебе подарят духи, это а тебе не хорошо. Это не кирки. Тоже Тициана Теренци. Это Тициана Теренци, Делокс. Мы без Коли жить не можем. Ты же купили квартиру в соседях. Коля, ложись отдыхать. А он мне нравится, нравится, нравится. Я надев плащ пальто. Ну, как сказать. Может, и никто. Ребята, четыре розы. Розы, 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 четыре розы у нас. Хорошо, на ночь нельзя мусор. Хорошо, кстати, что это за бренд? Что это за бренд? Просто одни бренды, это джинса. Но это пока эксклюзивно только для меня. Спасибо за розы, спасибо. Джинса, джинсы. Телефон звонит. Четыре розы. Джинсила у вас там. Четыре розы. Хорошие вам дороги. Все, давайте. Пока, спасибо. Я хочу пока. Спасибо вам. Спасибо, спасибо. Я не стану запомнить. Спасибо. Приятно. Так, они там прощаются. Девочки, у нас экстри. Ну, пожалуйста, что вы только смотрите? По 100 очков. 500 человек. Ну, хоть по 3 лайка. Потому что уже невозможно. Пожалуйста. Через секунду экстри, ребята. Спасибо. Давайте, захочем его. Ну, что такое? Там было, он только слухает. Самі снайпери, Гаррі, Керрі і Надя. І Коля, чотири снайпери. Все, спокійної ночі, Карлі, Карлі, хорошого. Та ото він і побіждане. Ребята, посмотрите.
С чем мы уходим? Это полный кулек еды. Так, ну не полный. Ну как не полный? А что это все сделал сам Бел. Это все сделал сам Бел. Это не я, это Гали. Спасибо. Анечке спасибо большое. Все, Галя, хочу назвать. Да это Саня, я там угостил сало, масло дал тоже. Все, пока. До встречи. На ночь мусорку. Пока. Вы кота не выпустите. Наконец дошло до посуды. Тайгачок. Наконец дошло до посуды. Ганна, да, я все. Букву Г запомнил. Ну, він привик уже до квартири, нравится. Да. Да, я тоже скучаю. Комендантский час. Тут, а слышишь, одна як сыч. Одна як сыч. Стала в гостях. Не тропить. Меня Самвел пригласил до себя в гости, видишь? Ой, Коля, сейчас выйду курить. Хорошие друзья и люди. Да, Евгений. Коль, дай мне сюда, я выхожу. Ага. Даритель. Даритель. Это вот он и побеждал в ТикТоке. Вот у всех свои снайпуют. Даритель, блядь. Что, вы на ватчу меня все любят? Ну, как ты хотела? Конечно. Пожалуйста, давайте хоть трошки тебе не потапаем. Нет, я на балконе. Какая куртка у тебя? Бля, опять скажут, вона підлизується. Напоил дарителей, выиграл у Алисы, блядь. Да, здесь не хватает такой движухи, ну да. Снайп. Это не вакус, я хочу что-то другое. Давай еще один разик сыграем, пойду я отдыхать. Thunder Armor. Окей. Сейчас и пойду отдыхать уже. Мне, кстати, нравится Thunder Armor. Еще разик пойду, потому что я уже замолвилась. У меня Сайгачук Thunder Armor одевается. Я хотела, думаю, сам Велка еще поиграю и пойду. Размер куртки есть, это М-ка. М-ка. Давай поехать в Starbucks попить кофе. Ты бесплатно пьешь кофе, которое? Не, я плачу. А что, а да бесплатно? Там в Starbucks есть бесплатно. А что? Ну, дают где-то, наливают там. Ну, Люда, а то в Америке. Я так и не чула, я плачу. Что Люда Флорида рассказывала. Я такой... Это просто, ты с дарителями встречаешься. Да, видите, встречаюсь с дарителями. Мы с Гариком знакомы уже много лет. И в Ютубе он уже давно не знает. Дивіться, я сам Велу сегодня подарила одну розочку, он со мной встретился. Я и Льва, блядь, она мне роза. Ну сам Вел. Ну сам Вел будет в ответ Льва дарить, я бедна. Я шучу зачем. Я могу тебе, дорогие, но тебе зачем от меня такие подарки? Действительно. Слышишь? Мужчина, ну как тебе сказать? Я как раз богатею, я тебе кину хороший подарок. Пока еще нет. А коли меня... це буде, блядь? Да не знаю, вообще пока нет. Четыре розы. У меня другие сейчас цели. Не знаешь, я тебе... Потом узнаешь, какие у меня цели. Мне машину надо новую, так ты... Ой, блядь, если бы я себе все цели закрывал, то я бы тоже не дарил. Не, я дарю. Ну тебе, думаю, что тебе подарок от меня, господи? Тебе такие дарители. Это ты мне подарил львенка, я до ностям и рада. Ребята, X3 сейчас будет. И подаришь мне львенка, и Влад еще. Мне вчера Влад тоже подарил. Ой, Владычек, моя Ладычек. 55 секунд, ребята. X3. Мне... О, дофамин, спасибо! Блядь, ребята. У нас есть перчатка у кого-то? Это ужас, ребята. X3 пришел, блядь, бафомет, блядь, прибег. Твою мать. Ребята, перчатка, поддержите X3, X5, ребята, поддержите, пожалуйста. Ой, я тогда еще поиграю. Это жесть, блядь. Ребята, поддержите, 27 секунд. Стану пизду, блядь. X3. Я тоже мистер Губ. Вин тебе любит, вин кажется. Леночка, спасибо, зайка, еще, ребята, поддержите. X3. Ребята, поддержите, пожалуйста. Блядь.
Ты Бафомет пришел, ребята. Меня уничтожили, блядь. А кто там ждал? Ребята, 7 секунд. Кто там ждал? Спасибо, ты ребята, пришел. Поддержите. Не знаю, текстры, девочки, ну все по пончику, по духам. Духа. Миленький, у меня цель, пончик и духы. Пожалуйста, закройте, смотрите. 3 пончика осталось и 31 духы. Пожалуйста. Это да, блядь, ёб твою мать. 13 винов, ребята. 13 винов. Анечка, спасибо, зайка, спасибо тебе, Катюнька, большое. Ребята, есть перчатка у кого-то? Одна? Георгий, если есть, кидайте перчатку одну. Если блин, Георгий... пожалуйста, есть перчатки на 30-й? Киньте перчатки. Что мы открыли? Перчатка есть, ребята, у нас перчатка есть. Ребята, перчатка, перчатка, на перчатку поддержите. Пончики, ребята. Пончики, что, духи блядь, мне, Бафомет, пожалуйста. Леночка, спасибо, зайка. Катюня, еще, ребята, поддержите. Газ, Ванечка, спасибо, ребята, поддержите всей команды, ребята. 14 секунд. Женя, спасибо, Катюня. А, Левтина, спасибо, зайка. Блядь. Юля, спасибо, ребята, поддержите. Еще 10 секунд. Девочки, пончики, духи. И выше. Снайпанить кто-нибудь. Ну-ну-ну-ну-ну. Давай, давай, давай. Ой, один дофамин только помогает. А вы что сидите все? Хоть потапайте по 3 разика. Все, пожалуйста. Я кину, Лаура, окей. Ребята, сейчас будет перчатка на 30 секунде. Поддержите, пожалуйста, на перчатку. У нас есть перчатка? Розы стоп, на перчатку розы стоп, ребята. Есть у кого-то перчатка? Есть у кого-то перчатка? Есть у кого-то перчатка? Пожалуйста. На 30 киньте перчатку кто-нибудь. О! Кинули. Давай, мочим на перчатку. Киньте туман. Мочим, пожалуйста. Ребята, поддержите. Мочите, ребятки, выше, поддержите на перчатку, зайчики. Спасибо. Бля, там Бафомет опять сыграет. Да. Еще мочим кто-нибудь. Людмила, спасибо. Девочки, пончики выше. Ну все вместе. Пожалуйста, Люда. Все. Бляха-муха. Давай, 10. А, еще. Девочки, блин, 1000 очков. Дарина, дякую, аромат, спасибо. Ну. Снайпуем, блядь. Спасибо, блядь, что вон время это кидают, ебучие. Девки, все мочим, 11 секунд, все вместе, тапаем. Пончики, духи, блядь, 200 очков. 200 очков. Ну, кто-нибудь, 200 очков, блядь. Сюда, блядь. На колени, блядь. Оперное гимно, блядь! Фу, на тебя! Бафомет, блядь, чтоб ты всрался, блядь, перелях. Сука! Спасибо! Дофамин, Светлана, Людмила, Дарина, аромат. Надя сейчас буду заступаться. Скажи, что ты обзываешь? Забыл. Ребята, спасибо огромное. Вырвали. Да ну что уходить, надо сражаться, сын. Да шо, на сейчас уходим, не уйдем. Сейчас мы тебе, блин... Сейчас уходим, Алка, блядь. Поймала Бафомеда за яйца, кажется. На сейчас уходим, блядь. Ребята, максимально лайки, все нажали. Ребята, все 3 лайка, максимально, поддержите. Разница смешная, ну да. Слышишь, мы лайками можем 1500-2000 сделать. Ребята, все, каждый 3 лайка нажмите. Мне вчера Влад спасибо, 600. Разъебал. 700, ребята, погнали. 3 лайка, 800. Девчульки, у меня 500 человек. Пожалуйста, все по 3 раза стукнули по экрану. Бегом. Все по 3 раза. Бегом. По 3 раза. У меня еще цель. Пончики, духи. Закройте цель, пожалуйста. А, духи осталось. 31 духи. 31 парфюмов. 31. Пожалуйста, закройте цель. Надо цель закрыть парфюмы. Пожалуйста. 1200, 1300, ребятки. Мочим его. Лайки, розы, ребята, поддержите. Аромат, спасибо. Арик, спасибо, дорогой. Дофамин, спасибо. Спасибо, дофамин, спасибо. А у нас дали кому-то перчатку, ребята? Кому-то перчатку дали? Блин, перчатка была, и то... Гаис, привет, дорогой. Пропала. Давай. Все по духам. Да, а кому не дали, да? Елена, Елена, вы знаете, где ее найти перчатку? X3, Черри, спасибо, что вступили. Цель подарителям 5. Да, была перчатка у Елены. Перчатка, ой, Георгий, привет, дорогой, у Георгия перчатка есть. Спасибо, у меня Черри. Есть Алексина. 5 дарителей, 5. Или блядь, или не просрал этому Бафомету, блядь. Мама Любонька, дядя. Елена, нажимаете на подарок внизу, где подарки дарите. Там спасибо. Написано слово эксклюзивное. У Гарика есть перчатка. Гарик, кидай тогда на X3. Вот на сейчас кидай, Гарик. Там эксклюзивное слово. Рядом такой...
Кстати, слушайте, мы на 22-м месте в Канаде популярны. Вот подарок, потом слово эксклюзивное, рядом такое. На умножение. Уже сейчас кидаю, сейчас Гарик кинет. Есть, ребята, перчатка. Что Гарик играет? Анечка, у нас перчатки есть, ребята, сделаем этого Бафомеда. X3. Слушай, Бафомеда сделай. Так, надо это, надо молот. Может, есть молоток? У кого есть молоток? Спасибо, Гарик, дорогой, ребята, еще поддержите. Поддержите всей команды, ребята. Тапаем. Там такой, как квадратик с точечкой. Пожалуйста, X3 кто-нибудь. У кого-то есть молоток? Гарик, спасибо, дорогой. Спасибо, Алевтина, спасибо. Владик, спасибо. Блядь, у него уже 6 тысяч. Ай, Алла, спасибо. Анечка, спасибо, зайка. Сюда их нахер, на колени. Снай, Алина, спасибо. Блядь, Алла, спасибо, помогла. Гарик, спасибо. Да ты что, с ума сошел? Гарик, езжай до дома уже, блядь, сидишь там. Гарик, еда в такси. Такси еда, делать машине, нехуй, машине. Лягай спать уже. На машине, скорее, ты уже в такси. Ты дивись. Георгий, кинете на 30-й секунде. Бля. Ну что, Бафомет? Саня и Люся, спасибо, Аллочка, что включила. Подписывайтесь на Аллочку, на ее прекрасных животных, кто любит просить. Георгий кинет, ребята. Кто любит смотреть животных, подписывайтесь на Аллочку и на троечку этих. Она, это моя подруга. Алла, это моя подруга. А ну, Алла против Гарика. Алла, это моя, я ее знаю лично. Алла против Гарика. Первое место. Тапаем все. Да, блин, у нас перчаток нету, никто не снайпане. На 7 тысяч, ты шо? Если перчатка была. Девочки, у кого есть перчатка, напишите. Если перчатка будет, хорошо. Алла против Гарика, да-да-да. Подписывайтесь на троечку моих. Спасибо огромное, Гарик, спасибо, Анечка. Команда, 26 духов. 26 духов, чтобы закрыть цель, плиз. 26 духов, Аллочки, всего 26 духов. Пожалуйста, чтобы я ушла довольненько сегодня. Вони стоять 20 монеток. Чи 10. Там Бафомет готовиться, мене так не злісти, блядь. Та ні. Ти що, що ти думаєш, він такий багатий? Спасибо, Алла. Не знаю, який він. Не знаю, який. Він теж певець, кстати. Да, він поет. Да, зайдіть к нему на страницю, послушайте. Він правда. А де поет? А я не знаю, но он поет, он там любит всякие там... Ребята, сейчас перчатка будет на 30 секунде, ребята. Снайп, зайдите, посмотрите. Снайп. Ребята, перчатка и туман. Поддержите, ребята. Перчатка, ну, не, мне так никто, ну, конечно, на 7 тысяч вряд ли кто-то. Це надо, знаешь, там, львенка или еще что-то. Никто не подарит. Снайп. Не весь Бафомет, не дофамин, Бафомет. Бафомет. Алевтина, спасибо большое вам. Ребята, время у кого-то есть? Держите время, если есть время, ребята. Бафомет. Ой, блядь, господи. Снайп, а вдруг кто-нибудь подарит льва? Алевтина, спасибо. Сюда, блядь. Бафомет. И Аллочка. Спасибо всем. Алла, Дофамин, Черри, Аромат, Гади. Спасибо всем. Два тумана. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо всем, кто помогал. Так, сейчас у него там выдохнуться уже сейчас. Спасибо, Дофамин. Можно только вдохнуть, подожди. Все там. Гарик мэкнул сейчас. Спасибо, мой хороший, спасибо тебе. Ну, сам Вэллу и проиграть не грех. Так, 16 духов. Близ, девочки, команда. 16 душочков, Аллочки. Парфумов. Шестнадцать духов, и я закрою цель. Так, тапаем. Какой же он ехидный все-таки. А чего? Я повезу просека. Да, повезу. Просека. Ты думаешь, просека? Я люблю просеку. Красунчик на замахуй. Так, 570 человек. Я вас очень прошу, потапайте. Пожалуйста. По 3 лайка. Сейчас всех забаню, кто не тапая. Так, модераторы, быстро смотрим, всех в бан. Кто не тапал. Ребята, 3 лайка нажмите, пожалуйста, ребята, 3 лайка. Тапаем. Сейчас будет челлендж у нас, челлендж. Сейчас будет X3. Кто поставит, ребята, перчатку первый? Я тапаю, молодец. X3, у нас 4 розы. У кого есть молоток? Когда он поставит перчатку, надо ебушить его молотком. Посмотрите в рюкзаке.
Молотки не работают. Розы, розы, розы. Четыре розы, духи, розы, духи. Какие? Я только с балкона вышел. Спасибо, Аллочка, за розу. Еще. Еще две розы. У кого, ребята, перчатка есть? Боже, 530 человек сидят, носи ковыряют. Розы. Еще есть перчатка, ребята, есть перчатка. Еще кто-нибудь. Ирина, спасибо. Еще, еще, еще. Даю вашу мать пинте уже эту розу, блядь. Спасибо, Лука, спасибо. Перчатка идет, блядь, X3. Ребята. У нас X3. У кого я молоток? Ебашим ПВ. X3, пожалуйста, заебожим на X3 что-нибудь. Мочим цього оперного, ёперного певца. X3! Ебанить что-нибудь, блядь, 1800 у него. X3! Ебанить что-нибудь. Спасибо, Алла, спасибо, Алла! Лучшая, Саня и Люси, спасибо. Еще, еще. Кто-нибудь на X3 что-нибудь? Ну! Мочим его, чтобы он не выебался. Спасибо, Гарик, дорогой, спасибо. Ребята, X3 30. Ганечка, спасибо. Гарик, спасибо, дорогие. X3. Алла против Гарика. Ебошит. X3. Алла, спасибо. Алла, матч против Гарика. X3. Ну еще кто-нибудь, что-нибудь. Ни одна Аллочка. Алевтинка, спасибо, дорогая. 10 секунд, X3. X3. Пожалуйста, 6 секунд осталось. Аня, спасибо. X3. Ай, нет. Вот так, блядь, сидеть, бояться. Валя, спасибо, Алевтина, спасибо, Джулия. Спасибо, Верочка, спасибо. Да ёперный балет. Ой. Не, я не буду бананы ехать, есть. Гарик, спасибо тебе большое, да. Аня, спасибо. Дениску мы баним. Спасибо, Сашенька, кто спасибо, на мою, Юля, на спасибо, мою Валентина, всем спасибо. Кто будет на мою самвалиту писать гадости, все в бан. Оскорбление. Она, він только, только я могу его оскорблять, как хочу. Собака сутула. Тапаем, тапаем, тапаем. Ой, ты мой хороший, деловой, боже. Его люблю, боже. Знал бы він, что будет в Киеве жить, да? Да, этот кот, боже, бедный, как он настрадался. Уже в Киеве живет. Да живет в любви и в счастье, глянь. Ой, ты мой смотри. Глаза какие разные, посмотрите. А слышишь вообще, боже, морда такая красивая. Глаза просто... Ласковый. Ласковый, да. Глаза просто обалденные. Да. И не кастрированный, и не метит ничего. Дофамин... И не шатается, как... Дофамин пишет сердечки. Бачишь, тоже любит котиков. Этот кот просто был умирающий. Снайп, 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 снайп. Потерялся, его искал за вознаграждение. Потом его аферистки попался. Потом его СБУ забирал. Снайп. Подпишитесь на тройку на моих топчиков, пожалуйста. Снайп, это снайп. Ребята, 3 лайка нажмите, пожалуйста. Ребята, снайп. Продуем, продуем. Ай-яй. Не. Пофамин забирай у нас все, блядь. Алла, только попробуй оскорбить Самвела. Да она шутит, ребята, ну что вы тоже. Кыця, ну я шу, мы вообще-то шутим. Сам скажи своим. Скажи своим людям, что... Кыця, молодец. Ага. Гівно оперне. Бачиш, я... Ну, мне надо крыло, это этот кот, который закрыл меня. Оскорбила. Кыця, ух, кыцька яка. О, котик пришел мой. Котик, помоги выиграть этого мужчину красивого. Вот увидел Аллу, испугался. Ребята, 3 лайка нажмите. По 3 лайка. Давай, 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 давай. Это ты была. А, только, кажется, попробуй оскорбить Самвела. Правильно. Хочу, правильно. Я оскорбляю. Хочу, я оскорбляю. Никто котик, не ругался. Сейчас тебя Надя причеше. Заробиш. А, Надюха колись на мене там наехала в мене в чаті. Коля, як дує, смотри. Алло, базар фильтруй. Ужасно, как бы. Базар фильтруй, каже. Сейчас и ты получишь, Надька. Самвел, я забула, якою стороною. Ну, смотри. Да. А бачиш, Алла, я тебе на тебе Алка не сказала. А, Алла, ти мала. Надя, я тебе сильно люблю. Она кажется, тебя сильно любит, так что не пизди. Сказала одна женщина, я не пизжу.
слышишь? Я Самвела, слышишь, Надь? Я 12 лет смотрю Самвела, ни разу ни одной гадости ничего не написала. Я только 11 снимаю, ты уже 12 смотришь. Нет. Меня вообще ни разу ни один блогер не заблокировал нигде, я уже не пишу. Я если мне нравится, смотрю, не нравится, не смотрю. Нет? Все. Мои коты дорогу преодолели, ну да. Молодцы. Ребятки, 3 лайка нажмите, пожалуйста. Тапаем, тапаем, тапаем. Идеальная зрительница. Типаж зрительницы. Так я же говорю, что есть зрители, которые тебя просто смотрят, ничего не пишут. Гадость. А то пишут долбоебки 10%. Вот это такие калки, они не долбоебки. А просто такие те, які долбоебки. Так я открыта. На мене все на лице написано. Так, зрители Самвела, вам нравятся мои зеленые волосы? Делать челку, як учелку. Да то с другой стороны. Некрасиво, тут лучше. О. Не нравится, говорят. Не нравится, ну и мне похеру. Ужас пишут. Так, котик, я котик, где мои донаты? Челку подсветить, да ничего не надо, нормально. Тапаем, тапаем, тапаем. Васи что-то нету сегодня в эфире. Надо... А Васьки не было, да? Не, надо ему написать, что его нету. Уже поехал на работу. На яку? Таксистом. Ага. Он первое место за неделю занял. Да? Да. В Америке, да? Нет, он... ты что, он в Америке не ставит, он там не будет никем. В Беларуси. А, Беларусь, а Беларусь? А я не знаю, что у него белорусский рейтинг. Черт. Чуть-чуть, что? Потому что там легче всего, наверное, рейтинг. Кто кинет перчатку на 30-й секунде, ребята? Спасибо. Есть у кого-то так. Перчатка? Гарика. У Гарика. Гарик уже, Гарика нема, Гарик уже дома. А у него осталось одна пенитина. Гарик уже дома. Давайте его сделаем, давайте. 16 винов! 16 винов, всего 725 очков. Но есть, Анечка, поставите перчатку. Или, Георгий, давайте вы поставьте, хорошо, Георгий? На 30-й секунде. Есть люди, просто дивляться Самвела, никто ничего не пишет, их большинство. А о, все, кто-то... хорошо, Юрий. Димон, привет, да ничего, нормально. Надя хайки не пишет. Спасибо за духи. Умка, а ты носишь трусы Алкины, Надя? Еще нет. Может, она тебе трусы по мордяке. А в Украине есть красивые кружевные трусы на полных? Конечно, есть. В лесу живем, что ли? Просто тут нет... Алла, ты хочешь Самвелу и выслать? Не, просто спрашиваю. Тут есть просто огромные трусы, красиво белье, прямо такие, знаешь. Ну, есть все, конечно. Ребята, перчатка, у нас перчатка, ребята. У нас в Украине все есть, что хочешь, чтобы гроши. Прижимай это. Ну, це и моя мамка каже, мам, что тебе выслать необычного? Она каже, там у нас усе, и обе гроши были. Спасибо, снайп, Алевтина, снайп. Спасибо, ребята, поддержите на перчатку. Снайп, снайп, снайп. Там мурнет, Алевтина, спасибо. Мурнет. 10 секунд. Я щось буде там, блядь. А не буде нічого, вже всі повиходили. Снайп, снайп, снайп. Нічого не буде. А чо Надя не грає в батли? Надюха. Єсть. Спасибо огромне. Єжда, ти чого в батли не граєш? Давай со мною, Надь. Я ж комунікабельна, не обіджу тебе. Чи говори його, хай пограє в батли, зароби. Ага. Наді тільки в батлі сталося раз з мамою. Слышиш, Надюха, давай со мною в батл, будемо сидіти пиздіть з тобою про що-нибудь. Вона чує? Чую, чую, Алла, я чую. Виходь, ні, серйозно, потрендим і все. Чи тобі сам Вил не розрішав? Звісно, її приватизував. Типу до 14 року не було трусов в Україні, типу вона не знає, ага. Де я жила... Вона на роботі, а не в батлах. Вона і про мамку забуде. Юля написала? Ні. Я зараз гляну, хто... Да, Юля, точно. Я навіть не бачив. Я котик, дякую. Зачем їй батли? Ні, я буду раду з Василиною. Не тривожте те, Надю, живіть своєю життю.
Надо ее с Васей Романчуком звести, чтоб он с ней сделал конфетку. Похудая под стыд. Спасибо, Сонечка. Печенечка заступилась. Печенечка. Я выхожу через, как он называется? Турбо VPN. Зелеными прикольно. Четыре розы, 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 розы. Четыре розы. Не, ну я серьезно говорю, Надя б вышла по 3 недели б с ней. Пусть бы заработала. Я люблю поговорить тоже. 4 розы, еще 2. Наша Надюша, королева конфетка без Васи. Спасибо. Анечка, я угостил Гарика Керри. Спасибо, Черри, дякую за розы. Там сало, тоже масло. Так, у нас сейчас X3, у него уже нема того Гарика, так что мы можем теперь его заебашить. Ну-ка, на X3, пожалуйста. Не знаю, что он в курсе. Спасибо. Я котик. Ребята, 3 лайка нажмите. Мы в Канаде на 19 месте. Дякую, я котик. X3, X3. Все вместе. Play together. Ну-ну-ну-ну-ну. Свята Анна, спасибо. У меня цель духи. Пожалуйста, все по духам. 10 очков они стоят. Духи, духи. Еще 15 духов. Валя, спасибо за сердце в руках. Спасибо. X3, X3, X3. Мочи, 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 мочи. Да никто с ней не хочет. Ёб твою мать, Бафомет, блядь. Ёб твою мать, я так и знал. Ребята, у кого есть перчатка, киньте, пожалуйста. Дякую, Бафомет. Ну это пипец, блядь. Смотрите, что он сделал. Алевтина, спасибо, Бафомет. 17 винов, ну, заберем. Блядь. Заберем у рыжего 17 винов. Да, спасибо. Так, я так поняла, перчаток у нас нема, да? Может, в кого есть перчатка? Посмотрите на 30 секунде. Может, у кого-то есть? Давай. На 30 секунде, может, в кого сесть перчатки. Давай, тапай. 16. Ребята, нажмите 3 лайка. Что за роза? Что-нибудь, блин. Зот він тебе звонит. Алевтина, спасибо, ребята, поддержите всей команды. Ну, это, ну что это за бред? Вот уже тихушник в кустах. Ребята, у нас еще перчатка. Да нету Гарика, что вы Гарика зовете? Не надо, Галь, позовите. Анечка, спасибо, ребята, еще. Аня, ухожу вас, блядь, красотка. Блядь. Ребята, поддержите, пожалуйста. Ребята, немножко, ребята. 1000 разрыв, 1000 разрыв, пожалуйста. Котик, Бафомет, котик, Алла, плиз. Алина, спасибо. Давай, ребята, Алина. У кого еще есть перчатка, киньте еще перчатку, ребята. Гасим его, блядь. Перчатку, а у них перчатка. Ах ты, зараза. Спасибо, Надія, спасибо, ребята. Анечка, спасибо, кися, ребята, перчатку киньте перчатку, если есть. Ах ты, гадёныш, ну ты подивись, блин, помогите. Ребята, у кого перчатка есть, киньте, пожалуйста. У нас есть перчатка у кого-нибудь? Спасибо, Анна, спасибо за Мишку, давайте все вместе, еще. Ребята, есть перчатка у кого-то, напишите. Давайте заберем, блядь, 17 винов, ну давайте все вместе заберем, ну плиз, пожалуйста. Все тапаем по 3 раза. Все, кто слушает. О, Туман, молодцы, ребята. Ребята, поддержите максимально лайки. Максимально, ребята. Если есть перчатка, у кого-то киньте на 30 секунде, ребята. У нас есть молотки. Молотки есть, надо заебашить молотками. Спасибо, Анна, спасибо за медведя. Спасибо, бляха-муха. Давайте снайп. Змочим Самвела. Мочим Самвелиту цю снайп. Бафомет, дякую. Дякую. Наверное, мы выиграем. Глянь, он закрывает лицо. Снайп, блядь, еще 10 секунд. Ребятки, поддержите, ребята, поддержите Максима. Кувелдик, спасибо, ребята, поддержите. Вылыбится, наверное. Пока же Надя кричит. Ой. Всю ночь, блядь. Давай. Ребята, поддержите, 15 секунд. 30 секунд. Ребята, 10 секунд, 10 секунд. Ребята, поддержите. Ёб твою мать, блядь. Ребята, поддержите еще чуть-чуть. Лайки максимально, ребята, блядь. Снайп. Ёб твою мать, Анечка, спасибо, блядь! Спасибо, Снайп! На колени, блядь! На колени, сука! Ах ты, сука, блядь! Ненавижу тебя! Ненавижу! Блядь, 11 звук! 900 очков! Блядь, у меня вже голова болит за телефон! Аж парик, блядь, слетів! В подвале, там тебе, блядь. Ай, ты сука, ненавижу его. Ребята, где моя делась курилка? Я не пойму, я еще не могу найти. Коля, где моя курилка? Где моя курилка? Блядь, я ведь на нервах. Я тоже, блядь, аж затылок заболел в зоне, сука. Вашу мать, с вашей кофе машинкой. Точно. А, бля.
О, это пиздец, ребята, спасибо всем огромное, блядь. Спасибо всем, спасибо, котик, дофамин, спасибо. Аня, спасибо, спасибо, мои хорошие. Что там Надя ще пидает під это? А Надя дивиться? Да. Чи просто слухає? А, дивиться? Дивиться. Час викинули. Я в мене ще один парик. Ребята, у нас є печатка у кого-то, ребята? Я скоро закурю вже. Надя, як тобі цей? Нравиться? Есть одна, Георгий. Две дали. У меня одна. Анечка и у Георгия. У нас на матерчат. Георгий, кинете на умножение, если будет. Анечка, ты если что, наконец. Ну а что надо забрать? Ты, блядь, Бафомет будет сидеть, он уже выжидает, понимаете? Это тихушник сидит в кустах. В кущах, блядь, сидит. О, Георгий, спасибо, дорогой. Интересно, вот, блядь, Бафомет, это ужас. Надюша, ребята, три лайка нажмите, пожалуйста. Видите, как бывает, что лайка вообще ряд крутяк. Лайки, пожалуйста, полайкали, потапали, плиз, дорогие мои. Пожалуйста, я котик, спасибо. Все лайки, все. Все, пожалуйста, по лайчочку. Все по три раза нажали. Пожалуйста, у меня еще цель. У меня цель духи. Еще 15 духов, пожалуйста, Мальвина, ага. Пожалуйста, закройте, Аллочки, цель. 15 духов вон наверху, плиз. Пожалуйста, Саня, Люси, спасибо. Боже, дофамин мне закрыл этот, цель по китам. Спасибо, ныряющий кит, спасибо. Як тобі гарно, Мальвина. Или зеленый, да. Наташа, спасибо, что вступили в команду. Боже, все это проверка мне. Все. Так, цель подарителям. 5 роз. Розы. Розы. Она киты цель поставила. Вот пизда, блядь. У меня корги на киты. Елена, Виктория, спасибо. Буду чекать, Ром, спасибо. Спасибо. Цель достигнута. Я Котя, Тося. Спасибо, Окси, спасибо. Икстры. Пожалуйста, девочки, все вместе. Все, кто что может. Пончики, духи, розы, все, если кто не может, сейчас все умножается на 3. Ебанить кто-нибудь большой, но все можете все по-маленькому. Пожалуйста, x3, все умножается на 3. Сейчас пройдет 45 секунд. Я котик, дякую. Спасибо. Догоняем его, блядь. 900 очков у нас. Блядь, у кого есть эти молотки? Херачим его молотками. Анна, спасибо! Спасибо за цього динозавра! Я пересоте! Мочим його! X3! Блядь, все вместе! Ебошим 18 винов! Давай! Давай догоняем, блядь, 4300! У нас должно быть больше! Пока X3, у нас нет перчаток, надо... Пока сейчас все умножается! Плиз! На X3 кто-то съебанить что-нибудь! Ну! 5 секунд осталось! Давай, все вместе! Ай, бляха-муха! Ну! Давай, блядь! Сюда их, блядь! Давай, девочки! Все мочим, блядь! У меня сейчас инфаркт будет! Аня, кидай! Аня, привет, Ирочка, спасибо! Аня, кидай на 30-й секунде! Аня, спасибо, цель по духам! Дякую, спасибо! О, Соловейко, дякую за це серце! Спасибо! Мочим цю самвеліту. Давай його, сюда його. Спасибо, Соловейка. Спасибо за Анечка, серце. Хорошо. Дякую. Спасибо за це серце. А у кого-то есть туман? Плиз. Давай, девочки, сейчас буде снайп. Ой, сейчас буде 30 секунд. Може, у когось є перчатка? Привет, Мальвина. Привет, Натка. Я вчора ходила в джакузі сама. Есть, Санек, поставишь туман на 30 секунде? У нас есть перчатки, пожалуйста. Перчаточки. Соловейка, дякую за сердце. Нема ни в кого, да, перчатки. Блядь, без перчаток плохо. Оли, по-моему, были. Чего не позвонили? Да не знаю. Да, у нас перчатка, туда... ребята, перчатка. Снайп, пожалуйста, снайп. Блядь, перчатка. Есть молоток по перчаткам. Санек, туман, давай. Спасибо, ребята. Перчатка и туман у нас. Блядь, снайпуем. Ребята, пончики, подержите. Снайпуем, блядь. Давай, снайп. Блядь, ему кто сюда? Я по лицу его вижу. Снайп, блядь, кто-нибудь, что-нибудь такое великое. Сука, снайп. Ай, снайп, блядь. Ну ты подиви, який, а. Вообще непобедимый, свиня. У нас 19 винов, ребята.
19 винов надо забрать. Сука, я от тебя не отстану. Надо забрать вины. Ах ты. Ах, еще батл, я иду спать. Ребята, хорошо, еще батл, я спать. Мне в 5 утра вставать. Ну давай, не вставать, давай, а выезжать. Вот это последний, вот цей последний? Да, да. Хорошо, сам Вилл играет последний батл, я тоже, я выхожу, бо у меня инфаркт случится. Я уже не хочу. Ребята, все, последний батл. Последний батл, надо забрать вины. Пожалуйста, все сгруппировались. Нам дали перчатку, ребята? Все сгруппировались. Полики не помогут, непобедимы. Все, пожалуйста, все собрались, сгруппировались, команда. Пис. Мне это... ничего не дали, Ирочка. Кому-то дали, ребята? 9-е место, ого. У нас 9-е место. У Георгия есть, по-моему. Так, мне надо еще... Я хочу эти... Новую цель. Я цель прошла. 25 шляп и... Георгий, это... 25 шляп и усов. Чего не дали, блядь, ребята? А есть перчатка у кого-то вообще? Уже только молотки 4 штуки осталось. Ребята, X3. У нас 70 очков. Пожалуйста, кто съебанить? Он шляпу с усами, у меня цель. 70 очков. 70 очков кто-нибудь. Два пончика или шляпу с усами, или цветочек. Пожалуйста, кто-нибудь. Ебанить. Давайте 19 винов заберем. Боже, откуда? Чё сейчас перчатка? Ну не надо было сейчас перчатку. Блять, надо было ее наконец, Галя. Давайте кто-нибудь, блядь, пончик кто-нибудь ебанить. Ну, блин, наконец, не кидайте перчатки, пока я не скажу. Спасибо, я котик. Давайте сейчас на перчатку, если кинули уже. X3 перчатка. Пожалуйста, 10 секунд, сейчас умножится все на 7. На перчатку. X3 перчатка. Спасибо, я котик. Спасибо, 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 спасибо. Давай на X3, мочи, мочи, магасим его. Блядь, надо было в конце перчатку. Аэн, спасибо, спасибо. На X3, давайте, у нас нема перчаток. Еще на X3. Всего 39 секунд. Ебошим, ебошим, гасим его. Давай, 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 давай. Ну-ну-ну-ну-ну, X3. 29 секунд, X3. X5, ребята, поддержите. Пожалуйста, это надо 19 винов. Ребята, X3, X5. Блин, я понимаю, что ты хотела выкинуть перчатку, чтоб ее не это. Ну, до конца придержала, блин, до конца класс было бы. В конце была бы классная игра. Одна перчатка. X3, у кого есть перчатка? На 30 секунд. 10 секунд, ребята. 10 секунд, Галина, ребятки. 10 секунд. Спасибо. Катюша, Галина, спасибо, дорогая. X3. Сейчас, если что, ребятки, сейчас поддержите. Ебанить. Пожалуйста, X3, X3. Можно забрать 19 винов. Бляха-муха. Давай. Девочки, мочи. Алла сдалась, блядь. Алла сдалась, блядь. Нихуя ничего в них нема. Сдалась. Давай, давай, девочки, все пончики, вы выше, шляпы. У меня цель шляпы. Дивіться, 25 шляп. Пожалуйста. 19 винов. 19 винов надо забрать у нього. Заберем вини. Ілони на тебе нема моєї. Там забрала. Артем за Свєта каже, моя Ілона. Ця каже, моя Ілона. Хто каже, Свєтка? А, да, Свєтка. Вона любить Свєту. Вона наша Свєта. Ілона прийде. А вона Свєту любить. Да, спасибо за розу. Рози, 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 рози. Я собі Ілону присвоїв. Спасибо. Давай, давай, 19 винов надо забрать. Миленькие, все вместе навалили. Паша, привет. Васькин Пашка пришел. Тапаем, да, Олеся. Галина, спасибо за розы, спасибо. Мы на 18 место в Канаде. Паша, привет. Давай, 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 девочки, плиз. Паша, привет, из Канады ушел до нас. Да. Ну давай ты, ну неужели не заберем? Давай, привет, блядь, я пишу, нахер, привет, Паша. Этого мужика неприятного, я хочу забрать. Блядь, привет, Алина. Спасибо, Галина, спасибо. Что, а он не донатит, он только своему Васеньке донатит. Правильное дело. Ребята, это у нас крайний батл. Он может мне розочку подарить или вступить в команду, и все. Он же Васин этот, поклонник. Алиса, 5-0 выиграли, ребята. Маши, Марии, богини. У нас нет перчатки? Ну нету, у них нет перчатки, мы можем из-за этого победить. Пожалуйста, берем 30 винов, ой, 19 винов. Снайп, снайп, снайп. Заберем чи не? Мы сильные или нет? Моя команда сильна чи не? Снайп, снайпанить, блядь, на 3000. Який-нибудь левенятку. Сука. Який-нибудь левенятку. Снайп. Ребята, держите время, у кого есть. Ребята, если... Слушай, спасибо, дорогая. Ребята, максимально лайки. Ну-ну-ну.
Гарик, спасибо, зайчик, спасибо. Марина, спасибо. Ну да, блядь. Та не забрали, ну тебе. Іди лягай спати вже. Спасибо огромное, ребята. Самвелка, спасибо тебе за игру, было приятно поиграть. Хоть мы и не забрали, но все равно. Значит, ты сказала, что только лайкают со мной. Даже не лайкают. Я на 18 месте в Канаде популярность. Ну, вот так, блядь. А у нас 8, да, ого, ребята. Тапаем. Все, давай, хорошего дня тебе, пока. Ну, давай, пока, спасибо тебе, Самвелка. Давай, пока. Спасибо всем, кто меня поддержал. Спасибо большое, спасибо.